Медленно, но пропускают. На украино-российской границе возникли проблемы с продвижением больших грузов с украинскими товарами. В первой половине дня машины не проезжали вовсе. Сейчас идет тщательный досмотр каждой фуры. Груз проходит. Единственное, что сейчас идет усложненная процедура досмотра груза. Я разговаривал с руководителем нашей региональной таможни. Она сказала, что утром была команда груз пропускать. И единственное, что есть осложнение с точки зрения времени досмотра.